«Эй, чувак, на, держи, можешь покататься». «Я не понял, а ты что, кататься не хочешь?» «Чувак, да ты подумай, не спеши, а не то эта кривая палка может в твоей заднице оказаться». «А теперь скажи привет». Короче, печенка деду не зашла. «Выкинь ее, горит, в какую-то бочку, она воняет». «Сволочь ты неблагодарная, знаешь, сколько зомби пришлось убить, чтобы достать ее?» «Короче, все, хватит с меня печенок, твои печенки в моих печенках». Уровень доверия повышен. Прекрасно, теперь я прихожанин. Значит, теперь я могу куда-то приходить. Вопрос, куда? А вот это мы узнаем на следующем уровне доверия. Адская жаба какая. Ты чё, припух, пассажир? Хватит со мной себя так вести. Я вам что, таксист по тарифу эконом? Чёрт, никак деревья дорогу перебежать не успевают. Не, всё, хорош, сюда идите. Чертяки гнилые. Кто тут ещё? Всё, кончились? Надеюсь, я теперь смогу посмотреть на эту жабу. Ничего особенного, обычная такая жаба. Бывают жабы и побольше, это когда вы работаете с придурковатым другом на одной работе, и вдруг ни с того ни с сего он попёр по карьерной лестнице. Вот там огромная жаба, она тебя задавит. Что-то я опять вроде рано в себя поверил. Надо ноги уносить. Чуваки, короче, подождите, я позже зайду. Квакай, квакай давай, пока у тебя там время-то есть. В луже уже в какой-то. Что, обоссался, что ли? Правильно сделал. Чуть погоди, еще и сраться у меня начнешь. Так, это генератор надо запустить? Да твою мать, говно всякое к рукам липнет. Что это там такое в темноте светится? Надо сходить проверить. А ну пошли вон, идите лучше все зайчика поймайте. Или мышку. Незнакомый странный камень. Возьмем, конечно. Надеюсь, после этого у меня пиписка работать не перестанет. Воу-воу-воу, не надо туда падать. Чё, всё? Больше ничего нету? А там у нас что? Ну давай, залезай, ты чё не залезаешь-то? Чего бы я без этой кошки делал, а? Так. Тайничок чей-то. Ну хорошо было ваше, станет наше. Говорят, подальше положишь, поближе возьмешь, но это не про хозяин этих вещей. А, вот, снова печенка для нашего деда. Попробуем-ка мы ее из этого арбалетика срубить. Ну-ка, давай еще разок. Ха-ха, добегалась печенка. Не понял. А где моя печенка? Стальной болт, короче, надо забить на эту печенку. Давай-давай, иди сюда, жердяй. Надеюсь, твоя печенка от меня не убежит. Лежать, фраерок. Ага, это специально так сделано, чтоб я мог туда на тачке запрыгнуть. Ну уж нет, по электростанции помню. Попасть туда легко, сложно вернуться. И что здесь, пацаны эти забыли, а? А, они искали здесь сокровища. И залезли через дыру в крыше. Чё-то тут дерьмом попахивает во всей этой истории. Маленький мальчик ползает по крышам огромных ангаров посреди зомби-апокалипсиса. Но это очень странно. Вот это я понимаю, колымага. Сразу видно, создано для зомби-апокалипсиса. Дробаш тут есть. Что, все, плюшек больше не будет? Отбойник классный. Правда, потом после пары выездов вспотеешь движок от кишок очищать. Ну, а так ничего. Ну так, кое-что подкрасить, смазать. И можно гнать. Так, снизу что? Опа, это что такое? Что дальше-то? Алло, я жду. А, вот, обычный пистолет, патроны... Емкость с горючим. Да что такое-то? Я сейчас был похож на прыгающего енота, которого дразнят печенькой. Теперь под эту машинку заглянем и найдем обязательно что-то интересное.
Ну конечно, тут же гараж интересных вещей. Что? Какая интересная технология крепления передних колес. Надо будет у этих ребят ее позаимствовать. Потому что чем меньше деталей в машине, тем меньше проблем. А вот и дырка в крыше. И как этот малой сюда залез? Так, ну и где мелкий? Эй, мелкий, ты где? Не отвечают, и нет никого. Быстрее всего меня здесь ждут мужики с дубинками. Хотя Крейн у нас парень верткий, так что выкрутимся. А, вот сюда еще можно. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Это еще что за баррикады? Вот шнурок, а. Не дай бог это засада, ты у меня к Джасиру в темную комнату пойдешь. Че за пугало? На кой оно здесь? Так, понятно все. Пацанчик решил поиграть с дяденькой. Я надеюсь, он понимает, что играя с чужим дяденькой в подобные игры, это может плохо кончиться. Hey, where are you? There's nothing in here. Эй, парень, ты где? Я думаю, сейчас мы об этом узнаем. Так, прекрасно. Опять эти фокусы с ритуалами. Игрушечный мяч. Какого черта? Вы где, щеглы? А потише нельзя орать, я ведь пришел помочь вам. Да, да, я крутой, но мне очень бы не хотелось сражаться здесь еще с толпой зомби. А ну заткнитесь, шнурки, че орете, как чайки на помойке? Как к ним забраться? Смотрите, как кто к нам пожаловал, разрушитель. Прощай, нелепое чудовище. Все, хорош орать, а не то еще кто-нибудь придет. Что? Он убил крутого? Поверить не могу, ты должен был проиграть. Всем, кому я должен, я прощаю. Ах вы маленькие засранцы. Решили, значит, повеселиться. Устроить здесь себе шоу с мистером Крутым. Сейчас-сейчас, дядюшка Крейн поднимется, и так вам повеселиться. Ха-ха, вы этот сезон надолго запомните. Ладно, найдем себе другой путь. Бойтесь, мелюзга, дядюшка Крейн идет к вам. Вот сейчас только сумочки тут проверит. И сразу же к вам. Так, вот туда мне надо. Давай. Да что с этой кошкой сегодня не так, а? О, заебись. Быстрый выход на свежий воздух нашел. Ну ладно, что ж поделать, давай на второй круг. Говорят, бег для здоровья хорошо. Короче, пока я тут круги нарезал, шнурки куда-то свалили. Коллекция кроссовок вон тут. Оказывается, эти маленькие засранцы выживали тут за счет этого большого парня. Ну или крутого. Уровень доверия повышен. Теперь вы союзник, но наконец-то! На самом деле нет ничего приятнее, чем получать звания и титулы. Даже несмотря на то, что в момент получения ты тупо шмонаешь по чужим сумкам. Но мы-то грабим награбленное. Чё сказал? Ну-ка еще раз повтори. Я сейчас поближе подъеду. Слышь, придурок, ты сначала стрелять перестань, а потом говори, ведь ни черта не слышно. Я не понял. А где твоя подружка? Что, в рай, что ли, отправилась? Или он предпочитает, где пожарче. Странный чувак, мог бы не выделываться, здесь остаться. Ну, по крайней мере, на какое-то время. А это еще что за пиксельный мячик? Похоже, что чувак совсем голову потерял. И снова меня послали на эту водокачку. Жалко, что не на три буквы, я бы очень был этому рад. Зомби тут вон дохлые валяются. Дохлые зомби. Дохлые зомби звучит так же нелепо, как толстый толстяк. Единственный вход на водокачку оказался через водозаборник. Здорово! Видимо, я не первый уже, кто здесь пытался проникнуть через водозаборник. Убейте бандитов. Не может быть, опять эти черти сюда приползли. Не, ну пацаны вообще попутали. Я здесь местный рэкет, поэтому все через меня. Массаж шеи, братан. И тебе? А ты у нас шустрый, да? Ну так на надгробной плите и напишем. Ты что там орешь-то? Давай быстрее, иди сюда, а то друзья твои уже не справляются.
Слушай, у тебя погоняло, не запоздал и случайно? Вот это я понимаю, соперник, уклоны, блоки, да ты просто красавчик. Это что за шутки такие? Я думал, у меня глаза лопнули. Вот, так-то лучше. Короче, из-за дверей выскочил мужик в одежде бандитов Райса и начал мне втирать, что он новичок и здесь ни при чем. А я ему говорю, это моя точка, и я ее крышую. И насажу на шампур любого, кто сюда заберется. Я не хочу умирать! А мы на работу не хотим ходить, и что теперь? Вот это он нормально чмошником прикинулся, я даже такого не ожидал. Ну давай устроим жесткие танцы, мальчонка. А теперь коронный, он же похоронный. Ну ни хрена себе, Супермен. Вы тут вообще что жрете-то? Я тоже так хочу. А это что такое? Тушенка? Нифига себе, вы тут продовольственный запас уничтожали. Я думаю, что после такого съеденного количества тушенки даже мужик поймет, что такое рожать. Всем спасибо за просмотр, друзья. Буду очень признателен за оставленный комментарий. Если понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также делитесь этим видосом с друзьями. Если хочешь увидеть здесь прохождение по своей любимой игре, обязательно напиши мне об этом. А это был Dying Light, а у микрофона, как всегда, Дилигиан, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!